Царство Кришны, царство Махапрабху, лишь точка зрения, угол зрения. Мы утратили правильную точку зрения, ее следует вернуть. Правильную точку зрения, угол зрения. Я нахожусь в гуще, в окружении врагов, но если угол зрения можно изменить, тогда я подумаю, нет-нет, я нахожусь в окружении друзей. Настолько широким будет мой взгляд, настолько широким. Джада Бхарата был пойман разбойниками, и его отнесли к мурти Кали и собирались принести в жертву. Он был царем того царства, но его видение было настолько широким, что он не переживал. Он думал, это воля Господа, это его воля. Что бы ни происходило, это его воля. Он видит все. Я, что я могу поделать? И с этим представлением он принимал все происходящее, не сопротивляясь. И разбойники поместили его на жертвенный алтарь, чтобы отрубить ему голову. И в последний момент богиня Кали явилась и убила разбойников и спасла Джаду Бхарату. Но Джада Бхарата никоим образом не сопротивлялся. В окружении врагов ему было все равно. Я в окружении друзей, считал он. Мне не угрожает какая бы то ни была опасность. Он пребывает в таком измерении сознания, когда отсутствует страх, отсутствует опасение. Я под его защитой. Его защитой. И было подтверждено, да, его точка зрения, угол зрения были не просто философией или фантазией, но были реальностью. Реальностью. Столь многие примеры такого рода существуют. В действительности враг не является врагом. Его божественная воля стоит за всем. Когда человек соприкасается с этой верховной силой, обретает связь с ней, с этим изначальным измерением реальности, то он не испытывает опасений.